Лукас. Третий Стефан де Фрей. 26-й Штефан Раду. Это тройка защитников центральных. Справа по краю звучит Локи Банти. Итак, Альбано Бидзари номер первый в воротах. Тройка центральных защитников. 17-й. Остановить команду соперника. Ошибка. Переца. Отскок за отскоком и мяч у Томаса Страерман. Пустой. Часть пространства туда нырнул, но вот неудачно дальше действует. Филиппе Андерсон. Баста оглянулся, мяча коснулся и все. Откинани. Немножко опоздали. Лукаку! Вную! Лукаку! Подключился Миленкович. Савич! И гол! Вот посмотрите, как это все вышло. Лукаку поборолся, оттолкнул стригера Ларсена, прострел и пороло. А, нет, вот почему не радовался, потому что никакой не пороло. И радоваться здесь нечему. Это Самир, несчастный. Мяч цело простреливал, Душан Баста успел вернуться и пороло убивает мяч. Так, Барак идет к воротам, бьет! Стракоша отбивает, добивание, Перец и показывает судье. Было какое-то столкновение, дотянуло вот здесь. Но, вы знаете, если здесь была игра рук. В этой атаке Макси Лопеса, который вовремя сообразил, что нужно передачу сделать. И Антонин Барак все делал правильно. Да и на добивание Стипе Перец, вот посмотрите, нет. Вы знаете, что здесь произошло? Потеря Нани на свободного порола, удар! Не получилось попасть в цель. Слациале бежит вперед. Андерсон выжидает. Бьет сам. И в результате мяч забивает. Леева. Линкович Савич заряжает рикошет. И мяч отскакивает, тем не менее, к Альбано Бидзари. Хорошо играет Макси Лопес. Пицелло в офсайде. Андерсона. Андерсон ускоряется, простреливает, удар, и мяч в сетке, это Нани, это... На лице его маска постоянной серьезности. Филиппе Андерсон с левой ноги замечательно вел правой, отдавал левой между двух защитников, и одним касанием Нани переправил мяч в ворота и снова между ног. Появленный дуэт нападающих Филиппе Андерсон, Нани, и... Впервые дотянул до конца Филиппе. О, играет здорово. Самир пошел в атаку. Самир, нет, мяч все-таки за лицевую выпускает. За счет этого во многом команда ведет в счете. И опаснее атакует. Подача на Милинковича Савича. Забирает мяч. Милинкович Савич не получил сюда. Заброс. Вперед. Макси Лопес. Будет угловой у Удинезе. Первый в этой встрече. И подача до Макси Лопеса. Мяч вот сейчас доходит. И получается даже удар. Ну что ж, вот 12-е. А это Янгто. Не стали это делать. Янгто де Поль. Шанс. Удар. Браво, Стракоша. Браво, Томас. Бил здорово. Офсайда не было. Выходил, бил. И Стракоша. И вот атака Лацио. Филиппе Андерсон идет. Один на один бьет! Хвалим сначала Филиппе Андерсона за то, что он по ходу встречи подстраивался и подстроился. Во втором тайме он блистает на поле. Ну а что касается Луиса Альберто. Ну, он все это по делу. И передача Луиса Альберто. Как мало ему нужно времени.